Здравствуйте, вы смотрите Дисней Кира. И сегодня надо не покушать, чтобы в пальто пойти в поход. Ну, я не хочу. А кушать ты будешь? Кушать ты будешь что? Скажи. Я не хочу морковь. Морковь можно не кушать, но вермишельку нужно скушать. Ну, вермишельку я скушаю. Хорошо. Готово? Да. Вперед! Ты так сильно хочешь в поход? Да? Ну что, собрались в поход? Да. Ну, говори, как ты собралась в поход. Хорошо. Рюкзак большой? Ой-ой-ой-ой-ой, потом тонет цветы. Да, пойдем в поход. Идем? К походу готов? Да. Настроение? Супер. Ну, чего скажете? Нельзя такое говорить. Следующая остановка 13-я парковая улица. Уважаемые пассажиры, в избежание травм держитесь. А теперь мы едем куда? В Чудобес? Для выхода на остановке нажмите кнопку с зеленой подсветкой. Речка Вонючка и Бобровая плотина, да? Да. Пойдемте, коллега. Нас ждет большой лес. Сам ты коллега. Коллега, как вы думаете, это лес большой? Вон там, березовый. Березовый лес. Если не потушить огонь после себя, то произойдет вот такой пожар. Коллега, как вы думаете, почему тут не потушили мангал? Потому что. Прошел пожар. Да, коллега? Да, коллега. Коллега? Коллега? Вот такие вот заросли. Скажите, турист, как вам отдыхается? Как вам туристический поход наш? Хорошо. Хорошо? Замечательно? У вас новая палка? Пойдемте вперед, коллега. Расскажи, как ты идешь в поход? Очень хорошо. Довольная? Да. Уже вот он лес, да? Ага. Видно лес? Да. Красивый, зеленый? Да. Красотень. Дикая мышка, полевка. Да? Мы прям как с собой, как охотники. Она уже не выйдет. Но она была. Она тебе понравилась? Да. Какая она была? Классненькая, рыженькая. Рыженькая. Ты в восторге? Пойдем, там, где наше место будет, там будет много мышек. Мы их будем подкармливать. Как вам там? Хорошо. Хорошо? А я пока дров напиляю для костра. Да? Да. У меня ведь есть супер-супер-пупер ножик с пилой, между прочим. Да? Вот такой. Как вам поход? Хорошо. Чем собираетесь заниматься в походе? Готовить обед будем? Да. Ну хорошо. Ой, я не кого? Кого? Ну ничего. Что такое?
забыла. Я тут, понимаешь ли, готовлю костер. А ты мне песни хоть спой. Ой, какая классная песенка. Класс. Пошла. Что? Давай. Самая тонкая. Хорошо. Ей и будем распаливать. Да? Нашла. Вот. Ну хорошо. Хорошевато. Хорошевато. Ешь. Ты есть не хочешь еще? А может быть разведем огонь и приготовим поесть и поедим? Нет, спасибо. Хватит. На палке. На палке будем готовить? Да. Конечно. Хочу, хочу. Вот я тебе и даю. Он уже пахнет огнем, кстати. Да? Это же хорошо. Значит, будем сейчас готовить еду, да? А я не на ту. А ты на ту. Ты не спеши. Хорошо? Да. Не будешь спешить? Уже ко мне даже дым уже от этого. Ну есть. Так это же классно. А? Да. Уже обуваюсь. Не спеши. Ну что такое? Готово к... К чему? К тому, чтобы есть. К тому, чтобы есть, так надо еще приготовить есть. Это же поход. Да. Это же тебе не как дома. Открыл холодильник и взял чего надо. Да? Ага. А в походе надо готовить. Будешь помогать мне готовить? Да. Садись. Да. Не надо листики, садись, будем готовить. Я буфет. Нет, сядь, пожалуйста, там, где ты сидела, вот туда вот. Да. Хорошо? Угу. Тебе нравится? Да. Ребенок. Ага. Ага. Шашлык будешь в походе делать? Да. И сосиски. Ты сосиски любишь? Да. А шашлык? А шашлык? Из сосиски. Из сосиски я люблю. Из сосиски я шашлык люблю, люблю. Вот, люблю. Поскольку ты же моя доченька, правильно? Да. Я тебе должен что сделать, научить? Жарить шашлык. Да. В походе. Ага. Ну, это ж папа должен научить, правильно? Для этого понадобится ножичек, который мы отрежем, да? Угу. Иди сюда. Вот так, садись здесь, вот так вот. И вот так вот держишь возле огня, чтобы ручки не обжечь, и сосиска, чтобы подрумянилась, стала хорошая, вкусненькая. Вкусненькая сосиска, да? Класс? Да, все. Нет, еще. Она, конечно, уже горячая будет, но еще не вкусная. А вот сейчас мы ее обжарим, и она станет вкусненькая. Да на природе. Да в палатке. Да ноги на улицу. А это кто? Это кто?
Где? Вот, живое. Да пускай ползает. Сосиску твою унюхал. И думаю, да где эта сосиска, да? Да. Сосиска, мотиска. Залази в свой домик. Я вот так, жопку в домик. Жопку в домик, да. Правильно. И на домик сзади. Аккуратно, горяченькая. Подожди. А я приготовлю пока следующую, хорошо? Договорились? Mm-hmm. Ох, у нас тут пикничок, да? Поход. Упала. Будет мышкам. Кто ж так делает? А? Просто сама упала. Давай мышки дадим. Давай. Первую всегда мышкам. Сейчас будет вторая. Не уронишь? Постараюсь. Постараешься. Ты вообще сосиску хочешь есть? Ага. Да? Только недолго. Недолго. Вот два кусочка и все, да? Опа. Ай, чуть не уронил. Чего-чего? Кира, все, не горячая, на. Давай, выглядывай из домика. Шапку надень. Ну, держи. Эх, Кира, Кира. Эх ты, тоже папа. Ну как? Как тебе сосисочка? Вкусная. Вкусная? Еще одну будешь? Ага. Что, еще жарить? Угу. Так, подождите. Ты же сказала, что... Я буду чуть-чуть. Понравилось просто. Понравилось? Mm-hmm. На огне-то оно пахнет костром же. В два раза вкуснее, считай. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Палочку мне дадите? Mm-hmm. Давай. Ребенок. Ребенок голодным не будет. Походит, а, да? Да. Нате, гляди какая. Это называется большая сосиска. Она не горячая, не переживай. Ну как? Обалденно? Mm-hmm. А знаешь, чего ты еще не пробовала? Mm-hmm. Жареного хлеба. Ты когда-нибудь ела жареный хлеб? Mm-hmm. Сделаем? Mm-hmm. Хорошо. Сейчас пожарим хлебушек еще, да? Ты сосиску доела? Mm-hmm. Вкусная? Еще? Ага. Что, еще будешь? Давай я пока тут жарю. Надо вот так вот аккуратненько держать. Угу. Садись туда же. Садись, да. Садись. Там тебе тепло. Хорошо, да? Ну да, я кушать хочу. Ну сейчас. Тут видишь, у нас поленья. Дуй. О, разгорается.
Ты у меня знатный кочегар, да? Дуй-дуй. Ой, дым в глаза. Дым-дым, я масло не ел, надо говорить. Дым-дым, я масло не ел, говорить. Еще говори, пока глаза не пройдут. Дым-дым, я масло не ел. Дым-дым, я масло не ел. Все, прошло. Помогает? Гляди какой, черненький, классненький, да? Будешь такой? Ну, такой нет. А чего? Потому что я люблю только друзей. Смотри, кусай. Сядь на пень, сядь сюда. Кусай. Ну как? Совсем другой вкус. Это я не буду. А сосиску будешь, да? Mm-hmm. На. Еще сосиску достаем. Что, еще будешь? Так, давай свою палочку. Палочку. Нет, подожди, я тебе сейчас твою же и отдам, будешь на ней сосиску жарить. Хорошо? Угу. На. А то мы так сейчас все палочки попереводим, да? Угу. С твоим вот этим вот желанием чего-нибудь пожарить. Вот так надо, прям возле огня, чтобы доставало вот так вот, видишь? Чуть-чуть вот так вот водишь, водишь, дымком пропитывается, да? Нет, в сам огонь не надо туда, в костер. Рядышком. Дым-дым, я не ем масло. Дым-дым, я не ем масло. Дым-дым, я масло не ем. Да? На, кушай. Спасибо. Дуй только, хорошо? Хлебушек надо обычный? Нет. Точно? Можешь к себе в домик пойти кушать. Пойдешь? Угу. Раздуваться будешь? Жопку поставь, а потом уже раздувайся. А то опять сейчас сосиску потеряешь. Ой! Вторую ножку. Мама ж не будет нам стирать потом плед. Одной сосиски хватит или еще одну тебе вот эту? Еще одну. Еще одну? Ты с голодного края, что ли? Ага. Ну давай, залази в домик. На, сосиску. Залази. Закрывайся. Хорошо тебе там? Да, хорошо. Нравится поход? Ага. Можно к вам? Можно. Садись в тот уголок, чтобы тебя было видно. Сосиска моя, сосиска-матсиска. Сосиска-матсиска. Ты уже села? Да. Так. Положим. Рассказывай, как тебе походишь, что тебе нравится? Хорошо. Хорошо? Да. Вот, давай, говори, как тебе хорошо. Чем ты занимаешься? А? Очень хорошо, что мы пошли в поход. И ты научилась жарить сосиски. Да? Ага, я палку режу. Палку режешь? Нет. Как ты вытащишь с палки? С палки я вытащу с палок. Ну? Тащи, тащи, тащи палки, тащи. Все, палки ложи рядышком. И все. Ой, вкусные палки, да? Ага.
А еще мы сделали закупку для того, чтобы сходить в поход. Что мы купили? Вот это. Держи. Рассказывай ребятам, что ты купила в поход. Фуфан. И попить. И попить. И это супер, да? Да. А вы часто ходите в поход? Один раз, первый раз. Ну, а ребята? Пускай напишут тебе в комментариях. И подписывайтесь на канал. А пока? А пока ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, помаши пока, скажи. Наша вам сосисочная пока. Да?